Привет, с вами Джейсон, и сегодня мы играем в Майнкрафт, и со мной играют... Фредди и Джейсон. И Саша. Привет. Привет всем. Сегодня мы собрались с такой командой, к сожалению, у нас не хватает одного человека, и это Марс. Да. И давайте расскажет Дима, почему он сюда не пришел. Ты лучше, да, знаешь? Да. Его, короче, оставляют в 7 классе на 2 год. Его мама забрала, она сказала. Ты что, по правде? Нет, его просто... Он ушел с мамой, мы договорились, конечно, снимать, но он ушел. Короче, ну, сейчас это будет... Это вот разве друзья, ребят? Ну, ладно. Ай, Саша, не ломай. Короче, давайте будем выживать. Здесь такая вот гора есть. Я не могу вылезть. Пошлите дерево добывать. Кто меня убьет? Меня зажало. Пацаны, ребятки. Пошлите. Вон дерево. Я вижу первую цель. Все, я попробую наверх горы. Да, можно в горе. Я уже жрать хочу. Я тоже, у меня уже две этих... А у меня вообще жизни нет, потому что Саша меня побила. Вы добываете... Это я тебя бил. Давайте вы добываете дерево, а я пойду свинку добывать. Давай, ты добываешь еду, я добываю дерево. Свинка. А ты... Ой. Меня бомбит. А Фредди что делает? Я не понял, там что, деревня? А, нет. Блин, я дерево тоже добываю. А что у меня так тупит, глючит? Хаза. Телефон. Нет, телефон у меня вообще... У меня очень... Федя, горячий. Ты что, на хард поставил? Ой, нет. У меня одно мяско. Это ты, ты куда бежишь ты вообще? Вон, видишь, где дерево исчезает? Я буду, короче, это... Где дерево исчезает? А где Дима? А он куда-то там скрылся, он тоже дерево добывает. Да, я тут... Фредди. Ой. Да сюда иди, свинка, я тебя побить. Я хотел, кстати, установить Фреддику скин, но у него там какая-то хрень, у него потому что новый телефон. Какой это телефон, скажи? Wild Fox. Вот там какая-то хрень вообще. Кто это? Покупайте, ребята, Wild Fox. Это не я. Только скины. Надо покушать. Если вы разбираетесь, надо написать, как делать. Да мне надо съесть все мясо. Что? Все, у меня все. Откуда у тебя вещи? Я только что сделал. Тебе сделать этот кирку, чтобы в шахту пойти? Да. Какие читы? О, эти читы не включены? Нет. Да? Да не включи. Давай. На. Кирку. И где она? Вот. Так, идем добывать это. Да, пошли на гору вон туда. А этот? Кого? А, ну забери. А где Дима? Нет. Фредди, ты где? Да ну хватит уже. Ты где вообще шаштаешь там? Шаштаешь. Ну ты где? Я хожу. Где ходишь-то? Меня деревом заросло. А где? Вон, я вижу вас. Давай беги к скале. Я вон на скалу самую большую. Подождите. Ты лезешь на нее? Да, я уже лезу. Да ты не туда смотришь-то. Вон там, все понял. Понял? Не надо джойстик. О, свинка. Она маленькая, ты чего? Она от нее убегает. Иди ко мне, я уже тут один, я не справлюсь. Там коровки. Саша любит коров. Нет. Это ее братья. Смешно. Очень. О, тут уголек, как раз уголька еще добавлю. О, да. А мне, знаете, а где верстак, ребят? Блин, мне опять нужно кушать. Ребят, где верстак? У нас. Ну, дайте верстак позже. Да подожди, зачем? Сейчас я добуду себе что-нибудь. Да ты за... Блин, там коровка. Пожалуйста, кто-нибудь добудьте мне еды. Я сейчас убью коровку. Давай. Я кушать хочу, пожалуйста. Я тоже кушать хочу. Я в реале кушать хочу. Я только одно мяско добыл. Давайте в горах свой дом каждый построит. Каждый? Да, каждый. Да, ну... Слушайте, а Марс будет еще с нами играть? Не знаю. Ребят, не знаю. Вот. А то опять его заберут. Ай. Так. Саш, повернись назад. Ага. У кого есть дерево? У меня. О, черная овца. Ой, я застряла. Саша, у тебя верстак? Нет, у меня. Падла. Ты падла. Вы где вообще все? Сам ты тупой. Я сказала, ты падла. Вот я же тупая. Вы где все? А, вот Фредди вижу. Меня я короче, буду сейчас строить. Потому что я за коровкой пошла. А, я тебя тоже вижу. Ты не должен меня видеть. Вали. Мочко. Давайте вот здесь пока на первое время в пещерке какой-нибудь будем. Ну, я сам буду строить, ребят. Вы сами согласились, как бы. Ну, а ты там один, думаешь, будешь жить? Ну, вы сами сказали. Ну, ладно, мы тогда с Фетей вдвоем только будем. Федь, ты с ней будешь жить? Потому что... Ну, наверное. Ну, у меня три кирки. У меня потому что... А у меня...
Ой, тихо это, слышь, братиш. Так, не иди сюда, только ко мне иди. Я вижу тебя сзади, я тебе стою. А где Джейсон? Я вот на вершине холма уже. Да, он уже почти на вершине холма, ребят. Он а, на вершине. Все, я вижу Джейсон. Поднимайся за мной. Да кто прокопал? Зачем я за тобой? Слышь, а ты что поднимаешься так? Вообще читер. Чего? Ты вообще читак. Короче, сейчас Фредди будет изгоем, у него как раз скин этого изгоя или кого? Да, бедолаги да. Какого-то. Я буду, если Марс будет с нами играть, то он будет тоже со мной жить. Саша не с тобой живет. Почему? Мы живем по отдельности. Кажется, свое выживание, ребят. Мне кажется, или она пришла? Кто? Нет, пришла. Блин, у кого сказала, есть мяско? У меня два мяска, но я тоже жрать хочу. Дим. Чё? Мне вообще мясо нет. Я могу с тобой поделиться, печку поставлю сейчас. А из баранины вообще выходит мясо в этой версии? Нет, это из другой выходит. А хотя, может, нет, не выходит. Может, давайте проверим. Кто да я уже проверял, я чёрную овцу. Пожалуйста, кто даст еды, даже не вареный, ой, не жареный. У меня есть один стейк, я могу поделиться, кто успеет сюда прибежать. А, нет, у меня корова тут есть. Ну и убивай своих коров. Я уже себе броньку сделал даже. Ща. О, я знаю, я проверенным дедовским способом тебе. Ща на это, на это. О, с одного удара, ребят, что я за читер? Да у тебя деревянный меч вообще. Это курицу ты убил? Нет, а смотри, кого? Корову одну и одну свинью. Ну, значит, я ее уже бил. Ну, или я. Вообще. А почему я... Потому вот что курицу я, сейчас я могу, с первого я удара. Могла она вообще не чуть не бьется. Курица вообще что-то лагает. О, кто-то шастает там. Я. В жопу иди. Вон я тебя вижу, говнюка такого. Чего? Говнюк. Что? Где говнюк. Я? О, вот он, Джейсон. О. Я пошутил. Нет, я вот уже тут тебе. Место для дома готово. Давай, стейкни. А я его съел. Да ты капец. Никто не прибежал, я думаю, даже. У кого-нибудь есть этот? И у меня есть. Я знаю лучший способ, как можно наесться. Саша, иди сюда, я тебе дам. Да вон и... А, это овца. Я вроде всем даю. Вон корову, можешь корову убить. Где корова? Вон корова. Да прикольно вообще, мне опять спускаться? Вы издеваетесь, ребят? Да. Да. Блин, быстрее. Я даже не скрываю. Опа, чирик. Че, уголька нашел? Да. Только я свой дом не нашел, ну ладно. Чё ты не убиваешь? Искал свой дом, а нашел уголек. А у тебя уже все, дом готов? Ура! У меня? Да. Три мяса. Слушайте, а давайте сделаем типа лестницу вот каждому домой. К примеру, у тебя будет дом внизу, у нас наверху. И лестницу сделаем. Вы типа это, шура-муры, да, там будете? Нет. Блин, все быстрее к этому, к Джейсону. Хавчик. Ты к нему домой идешь? Да, блин. Да ты бесишь, Дима. Чего? Я просто спросил, реально домой идешь? Быстрее. Мне надо подняться. Так, ну у меня уже что-то типа дома готово. Да, пока я копал уголь, у меня уже дом получился какой-то. Блин, у меня опять это земля. Земель. Чё, у меня уже дом готов. Во, я нашел свой дом. Все. Где мой хавчик? Где мой хавчик весь? Просрал. А, нет, свинина. Ну или просто он нашел тебя... свинину. Нет. Она не жрется, что ли? Кто? А где мой дом? Ё-моё. Вот. Нет, у меня были там эти вещи. Уже ночь, ребят. Так, все, я иду домой. Харт. У нас стоит легкая, значит, здесь зомбари будут шастать. Зомбари? Что, реально? Да. Блин, у кого есть уголь? У меня один уголек есть. Вот вы лохи. Дайте мне, вот пожалуйста. Вы просто лохи. Сейчас у меня хотя бы освещение есть. У нас тоже освещение есть. Блин, я могу себе, знаете, что сделать? Чего? Смотри, что я себе сделал. Тебе нужен меч? Смотри, что я себе сделал. А я тоже сделал это уже. Смотри. Ну, Саша, на, я тебе меч подарю. Вон, валяется. Ну, я, короче, сейчас... А, меч. А потому что Федя каменный есть. Короче, я пошел добывать кровать. У кого есть дерево? У меня. Но я не дам. Живите сами. Окей, господи. На темном псы. У меня уже еще кровать своя будет. Псы дорог. Блин, быстрее. Кто пес дорог? Короче, все, сейчас кровать сделаю. Блин, а чего у меня еще нет?
Ты тебе... О, столько здоровья просто. Блин, мне дерево нужно. У тебя есть дерево? У меня? У Нет. тебя есть дерево? Мне тоже дерево. А у тебя хотя бы есть? Да. Мне и потом дерево. Попозже. Короче, пойду. Сейчас не вариант, мне кажется, идти за деревом, потому что здесь зомбаре дофига. Уже? Надо валить. Да. Надо валить. Можно если? Не, если хотите, если. Делай, делай. Нет вообще зомбарей. А, ой, чирик, 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 чирик. Короче, ладно, я пойду добывать дерево. Ты чё, дурак? Давай, ты чё, дурак? Чуть-чуть. Ага. Дурак, Федя. Тебя же сожрут. У тебя есть еще один факел? Факел нет. У меня палка есть. В сундуке есть. Я палка. Короче, я как раз еще Дима навещу, посмотрю, ребята, что там у тебя есть. Ребята, собака, пес. Пес? Ты... О, там паук, паук, видел? Паук, сейчас я тебя спасу. Все, я его отбиваю. Ты видел, как он ползает прям по моему вижу, дому? Вижу. Где он сейчас? А... Ё-моё, Федь, а если не секрет, можешь сказать, где он? Если не секрет, я его уже убил. Ну, да, спасибо. Хочешь, ко мне проходи? А я к тебе пошел. За дерево. Давай, я открою. Супер дверь. Да откроешь, у тебя лестницы тут нет. Давай, заходи. Слышь, я жду. Откроешь, ты откроешь. О, а где о-о-о-о. Что у тебя можно взять? Федя, ничего нельзя у меня взять. Спокойно, спокойно. Ты спокойно, ты сейчас меня убьешь. Федя, а да все. Зачем? Все, война. Какая война? В жопу пошли, поняли? Я не приватю тут все. Не пройдете. Приватить. Все, давай мирно, я тебе вещи отдам. Давай, меня уже тут пауки атакуют. Через окошко только. Да еще съешь меня. Да не съем, положи их в сундук все. Нет. Да положи, я не буду твои ничего брать. Свои заберу. Прикиньте, что у меня произошло. Так, каменный меч. Потом ботинки. Потом, что у тебя было? У меня было... Так, у меня меч был каменный. Так, камня 15 штук было. Пропусти меня. Где мне? Фредику. Копай, он сейчас со мной взорвет. А, нет, он не хочет. А чё вы здесь вот был? Где? Заходи. Это я там копал. Всё, больше никто не зайдет. И Саша тоже. Мне кирка тоже сломалась. Так, короче. Пошли со мной, если чё, защитишь. Куда? Меня. Там давай воевать. Давай, проходи, у меня и так хп мало. Ну, проходи, как проходить-то? Можно у меня сначала подзарядиться? Проходи, проходи. Чуть-чуть телефон, а потом я к вам присоединюсь. Окей. Первая серия будет 14-минутная, а потом уже вторую начнем. Часть 2. Да. Да, пока разбиваться чуть-чуть будем. Да, и потом уже начнем заново. Да, я уже... И как раз у Саши еще подзарядить телефон, окей? У меня уже 8%, он меня вообще не заряжает. И я провалился в бездну опять какую-то. Я, если что, отлучилась на 5 минут. Короче, ладно, с вами был я, Джейсон... Фредди, и ждите следующую серию. Она сейчас уже скоро выйдет, и Крипер уже бомбанул напоследок. И всем пока. Пока, вот бомбос такой. Всем пока.